Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра организации фармацевтического отдела. Тема лекции – организация розничной торговли в аптечных организациях. План. Первое – аптечная организация. Второе – структура аптеки. Третье – розничная реализация. Четвертое – основные принципы. Аптечная организация – это организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами и их изготовлением и отпуском. Основные задачи аптеки являются реализация населения и лечебно-профилактическим учреждением, прикрепленным на снабжение, а также другими организациями изготовленных и готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других товаров аптечного ассортимента. Структура аптеки, отдел готовых лекарственных средств, рецептура, производственный отдел, отдел безрецептурного отпуска, отдел запасов, специализированный отдел, фитогомеопатические, детские и другие отделы. Для изготовления лекарственных средств, требующих асептические условия, дополнительные оборудования, асептический блок не менее 10 квадратных метров, 8 квадратных метров, асептическая 2 квадратных метров, шлюз. Основной целью деятельности аптечных организаций является достижение двух главных результатов – маркетингового способа спроса потребителей фармацевтической помощи и экономического поддержания рентабельности деятельности. Функции прямого хода. Логическое управление товарными запасами. Сбытовая. Реализация товаров и услуг. Производственное изготовление экстемпоральных форм по рецептам и требованиям. Информационного. Консультация. Медицинское оказание в случае необходимой первой до врачебной помощи, аналитическая, анализ хозяйственного и финансовой деятельности. Функция оборотного хода, коммуникативная, поддержание взаимодействия с субъектом внешней среды организации, транспортировка и экспедирование грузов, информационные и рекламные услуги. Розничная реализация лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения, фармацевтическая деятельность связана с приобретением, хранением, распределением, реализацией, населению и организацией лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения. Основными принципами осуществления розничной реализации лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения – являются обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных средств, обеспечение качества фармацевтических услуг, оказываемых каждому больному, приобретение зарегистрированных и разрешенных к медицинскому применению в Республике Узбекистан, имеющих сертификат, соответствующий Республике Узбекистан лекарственных средств у субъектов. Спасибо за внимание.